С нами приехал местный поэт Сермяга из Орла, хочет вам стих прочитать. С ребенком приехал, ребенка зовут Витя. Белгород, привет! Я тут сына варенье. Ну так, для души. Ну, дайте побыстрее. Испался. На твоих плечах погоны, на моих лежит полнеба. Мои звезды смотрят сверху и с опаской на твои. В моих сказках жгут бумагу и торгуют снегом. Здесь рождаются воруют, умирают от любви. У тебя в карманах деньги, а у меня в карманах руки, блядь. Я от скуки режу вены, ты от скуки пьешь коктейль. В голове моей ошибки и загадочные звуки. У тебя на ночи солнце, а у меня в полях метель. У тебя в квартире мир, а у меня в квартире тени. Они будут по ночам и хотят поговорить. Твое счастье вернится в выходных и дней рождения. Мое счастье так огромно, что его не поделить. Мое счастье где-то бродит, где-то спит, чем-то дышит. Не слышит, не хочет даже слышать ничего. Никогда не поцелует, и без мамы не напишет. Потому что мое счастье для меня для одного. Потому что мое счастье для меня для одного. Солнце сияло, и улицы дождь. Воздух прозрачный,
счастье! Thank you.
Понимаете, Саша, это всем известный доктор Аганов. Он сейчас на пенсии, но пришел вас копернуть. Доктор, закодируй меня! Здорово, ребята! Давайте проведем небольшой сеанс кодирования от алкоголя. Вот. А поможет нам в этом вот этот замечательный человек. Меня кидай! Ну-ка, доктор, покажи, что у тебя есть! Супершлем! С этим шлемом он не будет бить никогда. Спасибо, доктор! Иди! Иди, брат! Yeah.
Спасибо.